want to make it more gothy, we can put a line inside her eye. Inside? Inside uh-huh. the line to make it more edgy. Как вы понимаете, мы в Нью-Йорке! Сейчас решается, как будет Надя сниматься сегодня, но, ребята, вы должны посмотреть этот вид. Why don't you get dressed first? I think that it's look perfect. I think it looks good too. Because I have dark. I'm just making suggestions. If you feel like it's not enough, then we... Шалом, шалом. Все подряд. What did you do yesterday? Where were you? Ah, last night. Смотри, какая у меня есть сережка. Привезена из Грузии, вот такая вот. Сережка? Да. Просто я ничего не понимаю, что говоришь, знаешь, типа все происходит так быстро. Да, Надюха сегодня будет тоже сниматься в Нью-Йорке, опять же продолжается все это. Наряды покажу. А можно покажу эксклюзивно? Первый свитшот еще никто не видел, это видео. Да, давай покажи. Он очень красивого цвета, но, блин, тут нифига не видно. Killing Beauty. Пока снился. А пальто? А пальто было? Я, кстати, еще тоже не показывала нигде. Вот, видите? Никто нигде не видел это ни пальто, ни свитшот. Все, я пошла. А, я возьму тогда наряды. Там, оденусь сразу. Маша, которая за все отвечает, сейчас контролирует мейкап. Маша, ты когда-то не в свете. Вот. Контролирую. Контролирую. А это я. What's up, Ukraine? Have you tried this for me, Phil? What is this? It's все, like powder, дела. But clear for shine. Ah, so it's like the base for my coffee? No. Not base, but like fix? Yeah. Смотрите, смотрите, Times Square, ну, как Times Square? Times Square, вон там, вот там. Ну, видон, конечно, крутой. Ребята, просто мы живем, когда в гостиницах, вот, например, в Фениксе я был, и мы там жили в гостинице Red Roof. А, когда жили в гостинице Red Roof, и момент, когда человек тебе, темнокожий таксист, говорит, а почему вы здесь живете? Мы говорим, а что такое? Говорит, ну, здесь никто не живет, здесь и опасно, и страшно. Для человека, который как бы не должен ничего в принципе бояться, ему это страшно. И мы понимаем, что мы живем в очень крутых отелях. Но это работа, мы приезжаем есть, а не жить в шикарных отелях. Надя! Нет, голая! Зайдем к Наде, Надя голая. Надя, я могу? Нет. О, кто-то пришел. Сейчас. Ира, это Фейсбук. А, привет, здорово! Ир, Надя. Она голая там, можешь зайти. А мне можно. В общем, решил вам похвастаться тем, что у нас происходит. Здесь шикарная погода, 9 градусов утром, 20 градусов вечером. Наши все сейчас летят в Сиэтл, и там дожди. Там очень неприкольно. А я после... Ох, как светит. А я уже завтра опять вылечу на съемки. А Надежда поедет на концерты. Сегодня она интервью... Можно рассказать, что сегодня делает Надя, Маша? Что-что? Можно рассказать, что Надя будет сегодня делать? Но не в подробности. Да, чуть-чуть. Надя будет сниматься... Давай так, Надя будет снимать, продолжать съемки для Maybelline. Вот, идеально. Видишь, Надя продолжает. Вы бы видели, как тут все реагируют на... О, как... Смотрите, какая девочка по телевизору. Вы видите, что происходит по телеку? Просто посмотрите. Что здесь? А вы говорите, наше утреннее телешоу не очень. Я сейчас в Нью-Йорке.
В общем, я просто хотел похвастаться, на самом деле, как мы офигенно проводим время, и что никогда не жалко денег на билет, не жалейте денег на билет, чтобы прийти к своему любимому человеку. Я сначала даже немножко жалел, но сейчас пожалел о том, что вначале немножко жалел. Потому что в конечном итоге я не пожалел. А? Как вам оборот речевой мой? Шикарный. Всем пока.